Привет, ребята, это исследователь. Такой спонтанный ролик. Это реклама. Блин, Вулкан, какая-то группа. Мошенничество, короче. Это как в нормальном казино должно быть там 50% или более выдаваться. А на самом деле 10 и менее денег выдается, поэтому чисто мошенничество. Ну, посмотрите, кто участвует в этом. Киви, Яндекс.Деньги. Яндекс.Деньги Сбербанком принадлежит. Ну, то есть государству, саму чиновникам. Они рассказывают вам сказки, что ты не можешь там 15 тысяч более за перевод делать. И вообще ничего не можешь. Там Яндекс.Кошелек больше 500 тысяч, по-моему, рублей не положить даже. А сами свою систему прекрасно подключают к оплате обманные какие-то псевдоказино. То есть постоянно я вот с этим сталкиваюсь. Ну, обычному человеку вот ты какую-то копеечку переводишь, они не дают, они говорят там, ты должен отчитаться. А тут же как бы когда подключают, они договор заключают. Это же не просто так, они видят, куда, что за фирмы получают деньги. Берут свой процент, то есть они соучастники того, что запрещено же у нас по закону, как бы казино запрещены. А Сбербанк участвует. Значит, на этом все. Пока, ребята.